Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, сегодня у нас такая секция, когда мы больше задаем вопросов, чем даем на них ответов в наших докладах. Итак, моя... На что тут нажимать? На зеленую. Все, поняла. Да. Итак, химиотерапия колоректального рака у больных пожилого возраста. Ну, для начала вспомним, что такое старение. Это прогрессивное полиорганное снижение функциональных резервов организма с соответствующим снижением толерантности к стрессу, в том числе и к химиотерапии, потому что химиотерапия как раз является мощнейшим стрессом для организма, который организм должен перенести. И замечено, что клинические проявления старения – наблюдаются, как правило, после 70 лет, поэтому в настоящее время именно 70 лет рассматривается тем рубежом, при котором уже нужно что-то делать с химиотерапией и как-то по-особенному оценивать пожилого пациента. Это гетерогенная популяция, доказано существованием нескольких классификаций. Если по классификации ВОЗ 63 года, еще она так и осталась, пожилой возраст начинается с 60 лет, то классификация Янсека, которая широко распространена в Соединенных Штатах и во всем мире, пожилой возраст начинается с 65 лет. И, как видите, сама градация десятилетней подчеркивает разное функциональное состояние больных этой подгруппы различного возраста. Ну и, как мы знаем, даже больные одного возраста могут иметь разный функциональный статус и разные резервы. С чем это связано? Это связано с тем, что физиологические процессы, происходящие в организме с возрастом, приводят к повышению токсичности химиотерапии. Причем закономерному повышению токсичности вследствие снижения репаративных процессов, дезинтоксикационных процессов, метаболических процессов, вследствие, если препараты длительно циркулируют в крови, что, собственно говоря, и вызывает повышение токсичности, и затрудненная репарация также способствует увеличению длительности побочных эффектов. Поэтому, приступая к лечению пациента пожилого возраста, прежде всего мы должны определиться. Это не молодой пациент, так сказать, пациент преклонного возраста имеет уже, так сказать, ограниченную продолжительность жизни, естественно, путем ограниченную. Поэтому мы должны для себя четко решить, является ли онкологическое заболевание доминирующим, определяющим продолжительность и качество жизни конкретного пациента или нет. Если, так сказать, жизнелимитирующим заболеванием является именно онкологическое, второй вопрос, который возникает перед нами. Способен ли данный пациент перенести химиотерапию, поскольку химиотерапия, лекарственная противоопухолевая терапия, это терапия ядами. И мы, собственно говоря, занимаемся токсикологией, мы должны совершенно четко это понимать. Ну и если все-таки мы склоняемся в пользу химиотерапии, то мы должны спрогнозировать, что эта химиотерапия принесет, больше пользы или больше вреда данному конкретному больному. Ну, на сегодняшний день, в общем-то, имеется инструмент, который позволяет в какой-то степени ответить на эти вопросы. Это многофакторная гериатрическая шкала оценки, предложенная еще Монфордини, затем разработанная Экстерман и Бальдуччи. На сегодняшний день вот эта многопараметрическая и многофункциональная шкала оценки продолжает развиваться, и к ней, так сказать, добавлены еще некоторые прогностические факторы, вернее, выявлены такие, как, скажем, нутритивный статус, о котором говорят все больше и больше. И именно нутритивный статус может свидетельствовать о сокращении предполагаемой жизни больных, о том, что пациент пожилой выходит на финишную прямую, если он теряет в весе более 10% исходной массы при снижении уровня альбумина менее 20 грамм на литр. Все остальные это, в общем, практически мы знаем. И огромное, так сказать, значение придается оценке ментального статуса. Вот, поскольку именно ментальный статус может свидетельствовать о снижении резервов организма. Несмотря на то, что человек может быть крепким, но некоторые деменции, снижение интеллекта, вот, что, собственно говоря, уже является предвестником старческих синдромов, говорит об истощении функциональных резервов организма.
Оценка, да, ну и, естественно, главным является стадия и прогноз онкологического заболевания. И именно такая многопараметрическая оценка пациента позволяет сформировать три лечебных подхода или как бы выделить три подгруппы пациента с различными лечебными подходами. Но здесь я представляю NCCN Guidelines, который также обращает внимание на оценку коморбидности, гериатрических синдромов и социоэкономического статуса пациента, потому что огромное значение имеет социальная поддержка. Если пациент одинок, то, естественно, вы будете затруднены в назначении химиотерапии, потому что возникает масса проблем и социальных, так сказать, и коммуникабельных, и финансовых. Итак, по результатам оценки. Я начну, так сказать, сразу, ну, не в той последовательности, в которой обычно представляет, я начну сразу с третьей подгруппы пациентов, то есть подгруппа пациентов, которым противопоказана химиотерапия. Это возрастные пациенты в возрасте 85 лет и старше, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи хотя бы по одному из пунктов шкалы самообслуживания, то есть они не могут обслуживать себя без посторонней помощи, но хотя бы просто принять ванну без посторонней помощи они не могут. Наличие трех и более сопутствующих заболеваний и наличие хотя бы одного гериатрического синдрома. Вот таким пациентам химиотерапию назначать не следует, потому что она является прямым ядом для их организма, резервы истощены и продолжительность жизни пациентов сокращается. Оставьте таких людей в покое. Пусть они живут, сколько им отпущено Господом Богом. Выбрали лечебные тактики. Группа первая – это та самая группа, которая обычно широко представлена в клинических исследованиях. Это больные, ведущие активный образ жизни, самостоятельно обслуживающие себя, имеющие адекватный интеллектуальный уровень, без тяжелых сопутствующих заболеваний, гериатрических синдромов и полипрагмазии. Но я должна сказать, что в настоящее время таких пациентов встречается все больше и больше. Именно этой подгруппе пациентов возможно применение стандартных лечебных режимов и стандартных подходов. На основании данных ретроспективных анализов, рандомизированных клинических исследований. И, так сказать, что мы имеем на сегодня? Вот эти ретроспективные анализы. Ирина Тыкан, показано, что он улучшает эффективность лечения по сравнению с одним 5-фторурацилом у больных моложе и старше 70 лет. Единственное, что у больных старше 70 лет достоверно увеличивается токсичность третьей степени, в частности нейтропении, стоматиты, гепатотоксичность и диарея. Поэтому, назначая ирин-тыкан пациентам старше 70 лет, необходимо об этом помнить. Причем выраженность и частота и тяжесть побочных эффектов возрастает с увеличением возраста. То есть чем выше возраст пациентов, больше 70, как видите, 80, и старше 80, токсичность, тяжелая токсичность возрастает практически в несколько раз, что тоже следует учитывать при назначении лечения. Режим FALFOX, также ретроспективный анализ различных рандомизированных исследований, который показал, что у пожилых больных добавление оксалиплатина с 5-фторурацилом вызывает, так же как и у молодых, улучшение беспрогрессивной и общей выживаемости и в первой, и второй линии лечения, и улучшение объективного эффекта. И опять же, повышение токсичности третьей, четвертой степени у пожилых больных – это достоверное увеличение частоты нейтропении, тромбоцитопении и усталости от лечения или слабости. Остальные, так сказать, побочные явления достоверно не улучшаются. Поскольку мы знаем, что именно этой категории больных чаще всего предлагается резекция печени при изолированном поражении печени метастазами и возможности выполнения хирургического вмешательства, является ли возраст противопоказанием? Нет, не является. Ретроспективное когортное исследование, различные возрастные группы. Посмотрите, меньше 65 лет, 65-74 и 75 и старше. Различное число больных. Ретроспективный анализ показал, что с увеличением возраста возрастает трехмесячная летальность достоверно и снижается трехгодичная раковоспецифическая выживаемость. Но посмотрите на кривые выживаемости. Даже больные 75 лет и старше имеют восьмилетнюю выживаемость
равную 22%. Совсем уж не так и плохо. Поэтому сам по себе возраст не является противопоказанием для резекции печени у данной категории больных. Самые большие сложности вызывают вторая группа пациентов. Это больные, пожилые пациенты, частично нуждающиеся в посторонней помощи, хотя бы по, так сказать, одному из пунктов шкалы самообслуживания, и страдающие двумя и более сопутствующими заболеваниями. Почему это самая сложная группа пациентов? Потому что, во-первых, нужно понять, сокращает ли злокачественная опухоль продолжительность жизни больного. Если нет, то назначается оптимальная симптоматическая терапия, поскольку больше, так сказать, большую угрозу для жизни представляет сопутствующее заболевание. Если же ведущим, определяющим продолжительность жизни является злокачественная опухоль, то нужно оценить состояние больного. Если имеется низкая толерантность к лекарственной терапии, то мы, естественно, назначаем корректирующую терапию в попытке улучшить общее состояние пациента. Если это не удается, симптоматическая терапия. Если же это удается или имеется исходная способность пациента перенести химиотерапию, тогда назначается химиотерапия, как правило, с редукцией доз, и очень часто используется монотерапия. И основной вопрос при назначении химиотерапии этой подгруппе пациентов – нужна ли им комбинированная химиотерапия или последовательная монотерапия. То есть фактически мы и ведем речь о третьей когорте больных метастатическим колоректальным раком. И на сегодняшний день, по крайней мере, два исследования, проведенные специально для пожилых больных, пытались ответить на этот вопрос. Исследование французское FFCD сравнивало 5-флуорацил, один или в комбинации с иринотеканом у больных старше 75 лет с медианной возраста 80 лет. Несмотря на повышение частоты объективного эффекта, не было получено достоверного улучшения как беспрогрессивной, так и общей выживаемости при достоверном увеличении токсичности для комбинированного режима. Второе исследование – это ФОКУС-2, которое сравнивало назначение фторпиревидинов в монотерапии плюс-минус оксалиплатин. И опять-таки, при повышении объективного эффекта на фоне комбинированной терапии оксалиплатином с фторпиримидинами ни увеличение беспрогрессированной, ни общей выживаемости получено не было. Очень интересные результаты ретроспективного анализа были опубликованы университетским госпитальным центром из Квебека. Они проанализировали базу данных за 2004-2012 год и выбрали 109 человек, которые находились в возрасте старше 70 лет. Ну и здесь представлено, как видите, они получали как дуплеты в первой линии, так проводилась вторая, третья линия, и 46 пациентов получали Авастин в первой или второй линии. Когда был проведен анализ по возрастным подгруппам, то больные старше 75 лет достоверно чаще получали монотерапию, чем дуплетные комбинации, и все три препарата достоверно чаще получали больные от 70 до 74 лет по сравнению с пациентами старше 75 лет. При сравнении общей и без прогрессивной выживаемости, она была одинакова у больных двух возрастных групп, то есть 70-74 и 75 и старше. Выживаемость не отличалась. Когда же посмотрели зависимость выживаемости этих пациентов от химиотерапии, то оказалось, что химиотерапия как дуплетная, так и монотерапия капицитабином достоверно улучшала продолжительность жизни по сравнению с оптимальной симптоматической терапией. Как мы помним, таких больных было 29. Однако достоверного улучшения выживаемости больных, получавших двухкомпонентные режимы по сравнению с капицитабином, получено не было, хотя была получена тенденция к достоверности. Выживаемость без прогрессирования больных, получивших комбинированные режимы в первой линии, оказалась достоверно выше, чем при монотерапии капицитабином. Когда же посмотрели выживаемость пациентов, получивших все три активных цитостатика, то она была достоверно лучше,
чем больных, получивших только капицитабин или симптоматическую терапию, но не отличалась от выживаемости больных, получивших один дуплет. То есть лучше в данном случае не, больше в данном случае не оказалось больше. Ну и Авастин, медиана выживаемости пациентов составила 24 месяца, и были отмечены повышение тромботических осложнений, как артериальных, так и венозных, с висцеральными перфорациями. Что касается Авастина, то очень широко и неоднократно были проведены ретроспективные анализы, мета-анализы, которые показали, что добавление Авастина к химиотерапии улучшает беспрогрессивную выживаемость и пожилых больных тоже, без особого влияния на общую выживаемость. Но вот метаанализ Кэссиди, представленный в 2010 году, показал, что добавление Авастина к химиотерапии первой линии вызывает улучшение беспрогрессивной и общей выживаемости как у больных моложе 65 лет, так и у больных старше 65 и 70 лет. Какие же побочные эффекты прежде всего нужно иметь в виду при назначении Авастина пациентам пожилого возраста? Но, конечно же, это возрастающее число тромбоэмболических осложнений, на которые указывают все авторы. Причем с увеличением возраста частота этих осложнений возрастает. Ну и кроме того, гипертензия третьей степени гораздо более характерна для пожилых больных, чем для пациентов более молодой возрастной группы. Еще один анализ по изучению эффективности Авастина в первой линии у пожилых пациентов, который также свидетельствовал о том, что добавление Авастина к химиотерапии достоверно повышает медиану общей выживаемости. И при многофакторном анализе с улучшением выживаемости коррелировало именно лечение бевацизумабом длительностью более одного месяца, как представлено в таблице ниже, выполнение резекции печени при изолированном ее метастатическом поражении, а вот возраст старше 70 лет коррелировал с ухудшением выживаемости. Что касается анти-EGFR препараты, то в общем препаратов-то очень мало данных по их использованию у пожилых пациентов, потому что прежде всего самые ранние исследования назначались у больных с гиперэкспрессием EGFR и затем по мере уточнения показания к назначению этих препаратов ретроспективные анализы или специальные исследования по применению этой подгруппы пациентов у пожилых больных не проводилось. Хотя вот представлены данные по переносимости цитуксимаба, которые показывают, что у больных пожилого возраста чаще наблюдается одышка, и если они страдают какими-то сопутствующими заболеваниями, то не нетропинические инфекции. Таким образом, хочется еще раз подчеркнуть, что пациенты пожилого возраста являются гетерогенной группой. И выбор лечебной тактики в большей мере должен основываться не на паспортном, а на биологическом возрасте пациентов, определить который позволяет многофакторная гериатрическая шкала оценки. Для больных пожилого возраста, помимо общих, в настоящее время выделены еще и специфические возрастные противопоказания для проведения химиотерапии. Поскольку токсичность химиотерапии в пожилом возрасте увеличивается, причем частота жизнеугрожающей токсичности увеличивается с увеличением возраста. Комбинированные режимы химиотерапии более эффективны, чем монотерапия, однако комбинированная химиотерапия может быть назначена ограниченному числу больных пожилого возраста без сопутствующих заболеваний, ведущих активный образ жизни. У ослабленных же больных пожилого возраста добавление оксалеплатины или иринотекана к торпиримидинам не приводит к увеличению выживаемости и может быть использована только в случае потенциально операбельных метастазов в печень, когда они являются единственным, так сказать, проявлением заболевания, поскольку комбинированная химиотерапия повышает непосредственную эффективность лечения. Остальным же пациентам данных подгруппы предпочтительное последовательная монотерапия с возможным добавлением Авастина при отсутствии прямых противопоказаний для его назначения. И отвечая на вопрос, поставленный в лекции, лучше меньше,
или больше. Я бы сказала, что нужно стремиться к оптимальному использованию химиотерапии у пациентов пожилого возраста и помнить, что это особая категория больных, которые тем не менее нуждаются в помощи и может прожить долгие годы, если вы правильно будете их лечить. Благодарю за внимание.